Тебя что-то не видать. Вот так. Сделай, чтобы видно было. Ну ты меня видишь, нет? Нет, конечно. О, а как сделать, я не знаю. Ну как, ты сам смотри на изображение-то. У тебя есть там, и ты куда-то в сторону... Но... Твое изображение у меня есть. Ну, это явно видно, что у тебя работает глазок. Ну, сам-то сядь, чтобы видно тебя было. У меня такой глазок, у меня телефон, у меня нет компьютера. Ну, ладно, говори, что хотел. Ну, что хотел? Вот, во-первых, за молитву. У меня интернета не было. Меня дочка забирала в Кустанай туда, ну, в город. Операцию делал несколько, там, полгода. Там, и анализы сдавал, да, на очереди стоял. Вот, и все время. И потом я без вас, вот когда прекратился у меня интернет, я приехал домой уже сюда. Вот, меня не было полтора года. Они отключили интернет, и я не мог, то выходил на молитву всегда, а здесь вот пресеклось все это. Вот, а я сам молился, я почти наизусть стопоклонную знаю. Через каждые два часа вставал, но не всегда, не каждый день через два часа, а как получалось. Но я постоянно вставал на молитву. Вот. И вот эту стопоклонную я все время читал. Вот. С Валей Хапилиной я могу здесь связываться, она недалеко от меня. Вот. Поэтому, ну, я хотел, чтобы ты меня благословил как-то. Давно не общался с тобой. Вот. И поэтому вот так вот. Ну, хорошо. Вот это ты крутишь телефон-то, ну у тебя же он изображает что-то, почему тебя-то не видно? Да все, я все, не кручу, нормально все. Ну тебя я хорошо вижу, Игнатий. Ну сделай, чтобы тебя хорошо было видно-то, ну направь на себя. Ну на себя, я направил на себя, а как еще направлять? Ну как на стенку направил, там что-то у тебя стоит, все видать. Да я на себя его и держу. Это что-то вот надо здесь что-то делать. Я, знаешь, вот эту терминологию, вот эту вот компьютерную, я вообще не в курсе и не знаю. Ну ладно. Ну ты меня совсем не видишь. Не видит. Ты просто ее мотаешь, на стенку направил, и там где-то, может быть, пол головы там беда. Какая стенка? Я перед собой, перед лицом своим держу телефон. Ну, поверни маленько по разным местам, то чтобы появился. Ты на изображение-то смотри. Все попало прямо. Ага. Ну, что это? Ну, как повернуть еще? Как повернуть? Я не знаю. Ну, ты на изображение-то видишь? Нет, вот сейчас пальцы видать. Пальцы видать. А, ну, это вот с другой стороны. Тогда я тебя видеть не буду. Там экрана-то нету, если я поверну на себя. Ну, пальцы-то вот видать. Вот, все, держи на этом. Вот теперь лицо видать. Что ты? Стой. Ну, вот... тебя я не вижу. Ты меня хорошо, наверное, видишь. Потому что, ну, эта камера на меня направлена. Ну, все, запомни, как сейчас держишь. Вот сейчас тебя видать. Ты в очках. Ну, в очках, я в очках, да. Ну, вот так. Вот так вот, как сейчас держишь, вот так и держи всегда. А то не могу. Ну, не могу, я тебя-то не вижу сейчас. Да тебе зачем на меня смотреть-то? Ну, ладно, тогда вот так поговорим просто. Говори, что... Я полтора года у дочери был, они меня забрали отсюда. Вот, и там я общался, и вот через каждые два часа выходил вот на стопоклонную постоянно. Я слышал это, слышал. У меня получалось с 1, в 11. Так, я слышал это. Слышал, не повторяй это самое. Тебе от меня-то что нужно? От тебя просто пообщаться, благословение нужно. Ну соскучился. На что благословение тебе нужно? На что? Ну, на жизнь, на остаток жизни. Мне 2 года и 80 уже. Ну, молодец. И Господь мне что-то держит здесь, на этом свете. Врачи удивляются, что я живой-то до сих пор. У меня с сердцем же тут отеки на ногах, да все, вот, не знаю. Ну, ты ну, что об этом говорить-то? Пока живу. Чего вот так это, на сердце проще это? Надо было раньше думать о сердце.
Ну, это намного кое-что, но надо было раньше о чем-то думать. Жизнь легкомысленно прошла, и нет, и на это я все понимаю. И я очень благодарен тебе, я никогда тебя не забуду, Игнатий. И ни на этом, ни на том свете. Потому что я все равно иду так вот, как ты учил, и стараюсь все время этого придерживаться. Хорошо. Хорошо. Теперь приходи с нами вместе, на молитву становись. Я все время с вами, когда звонок, вызов вот идет мне, он не всегда идет, бывает целый день нету, к вечеру потом появляется вот так, не всегда меня вызывают. Ты зайди там, чтобы тебя восстановили. Когда ты опоздал, даже можешь сам присоединиться. Да ничего я не опоздал, Игнатий. Я всегда, как звонок слышу, я нажимаю принять, принять, принять. Ну ладно. Вот сейчас это 4, ну по-нашему 5 часов сейчас вот. По-нашему. Я вот не сплю и все. Ждал, может, ночью обычно в 3 часа бывает, то звонят. Я встаю и молюсь с вами вместе. И сегодня молитву твою слышал, как ты начинал молиться. Хорошо. Володя продолжал там. Хорошо. Валя Хапилина читала. Хорошо. Откровение. Все это слышу. Ну ладно. Вопросов-то у тебя никаких нету? А как вопросов нет? Ну что, никаких нет. Ну все, все, да благословит тебя Господь милостью своей. Все, отошел. Отошел, все. Спаси Христос. Аллилуйя. Тогда.